Машиностроение сегодня – постоянно развивающаяся и неотъемлемая часть белорусской промышленности. Продукция 249 предприятий отрасли страны известна далеко за пределами республики. Среди них и Новополоцкий завод-измеритель, работники которого накануне профессионального праздника собрались во Дворце культуры нефтяников. Машиностроение – это для Республики Беларусь, это как бы основа, имея такие вот наши гиганты машиностроительные, БелАЗ, тракторный завод, МАЗ, Абкадоргом, Сельмаш, с которыми мы работаем, нашу электронику им поставляем. Экспорт очень важен, да, у нас экспорт в Российскую Федерацию, да, если вот есть в России Ижевский радиозавод, в Москве завод Румянцева, Петербургский тракторный завод, как бы вот машиностроитель крупный наш потребитель продукции, и поэтому мы наращиваем экспорт, и вот за 8 месяцев у нас 114,1%. Высокое качество производимых изделий обеспечивает квалифицированный персонал. Ежедневный и упорный труд сотрудников завода сегодня отмечены благодарностями не только руководства предприятия, но и города. Заводчане, проявившие себя на производственном фронте, получили награды от председателя Новополоцкого городского исполнительного комитета Игоря Бурмистрова и местного совета депутатов. Я работаю на измерителе с 1984 года. Начинала работать монтажницей, прошла целый путь, значит, работала монтажницей, потом распределителем работ, потом контролером УТК, вот мастером и потом старшим мастером. Я рада, что меня заметили, что меня оценили по достоинству. Ну, значит, я заслужила. Продукция машиностроительной отрасли – визитная карточка Беларуси, опора и движущая сила экономики страны, продолжающая развиваться и приумножать национальное благосостояние. Елизавета Хатинович, Антон Лещенок, телеканал «Звезда».